Сегодня суд вынес приговор гражданке Украины, которая бросила малолетнего ребенка в подмосковном Щелкове. 40-летнюю Татьяну Гринишак обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, она оставила 2-летнего Сережу в подъезде многоквартирного дома. Мальчик пока находится во временной, так называемой, ресурсной семье. Ну а что касается матери, то она заявила, что готова официально отказаться от сына. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей и освободили из-под стражи. Обвиняемая свою вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Женщина сообщила, что оставила своего малолетнего ребенка в подъезде одного из многоэтажных жилых домов в городе Щелково ввиду сложной жизненной ситуации, отсутствия денежных средств на содержание ребенка, а также отсутствия постоянного места жительства.